Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана, и вы по-прежнему на канале Tech for Blind. Лето, пора дачно-огородных работ. И вот мне захотелось рассказать вам об одном интересном устройстве, которое может пригодиться для различных работ. Это секатор, но не обычный секатор, а на аккумуляторе. Эта штука подойдет для обрезки различных растений, веток достаточно толстых, ну и так далее. На рынке достаточно много подобных устройств. Они отличаются комплектацией, а также тем, насколько толстую ветку могут перекусить. Ну, то есть шириной размаха лезвия, если можно так сказать. В моем случае секатор поставляется вот в таком вот чемоданчике. Ну, стандартный чемоданчик, типа как у шуруповертов бывает. И на самом деле устройство напоминает чем-то шуруповерт. Вот сам секатор черно-оранжевого цвета, пока еще без установленного аккумулятора. Я бы назвала это половиной шуруповерта. То есть есть тут основание, типа ручки, за которые мы держимся. Есть курок, куда нужно нажимать для того, чтобы произошла обрезка. Ну и дальше, выше курка, лезвие очень острое. Поэтому работать с такого рода прибором нужно крайне аккуратно, потому что палец, мне кажется, отрежет на раз-два. В комплекте идут два аккумулятора. Вот такие вот черненькие штучки. Зарядное устройство к аккумуляторам. А вот дополнительные лезвия в комплект не входили. Их мы приобрели отдельно. Ну и также есть набор ключиков, чтобы можно было открутить лезвие и их поменять. Аккумулятор присоединяется к нижней части устройства. Там есть полозик. Необходимо совместить эти полозья с пазами, нажать на кнопочку с торца. После этого аккумулятор зафиксируется, и вот так выглядит все это в собранном виде. На секаторе есть один единственный переключатель, располагается сбоку, внизу. Это переключатель включения устройства. После включения раздается звуковой сигнал и загорается зеленая лампочка. Я не уверена, что сейчас ее здесь будет видно. После этого нужно некоторое количество времени подождать, чтобы устройство начало работать. Сколько требуется времени на зарядку аккумулятора, я точно сказать не могу, потому что на устройстве нет никаких индикаторов, показывающих степень зарядки. Ну и, собственно, никаких индикаторов, кроме вот этой вот зеленой лампочки, на устройстве тоже нет. Но на какое-то количество работ вам этого секатора хватит. По весне я обрезала массу веток с нескольких деревьев, и мне хватило одного аккумулятора. Но в комплекте, кстати, таких аккумуляторов два. И если один аккумулятор у вас сел, вы всегда можете воспользоваться вторым. Это, мне кажется, тоже очень хорошо. Вот секатор пришел в себя. Я нажимаю на курок, отпускаю. Секатор издает специфические звуки. После нажатия лезвия смыкаются, а потом опять расходятся. То есть очень простое устройство, ничего сложного. Единственное, при работе нужно очень быть внимательным, чтобы не пораниться. Для того, чтобы секатор выключить, нужно переключатель перещелкнуть в другую сторону. Но имейте в виду, как вот у вас лезвия остались, так он и выключится. Поэтому лучше это делать в тот момент, когда у вас лезвия сомкнуты, чтобы потом секатор находился в безопасном положении и при хранении лезвия были сомкнуты. Ну, а теперь давайте перейдем к практической части. Давайте попробуем что-нибудь отрезать. Включаю устройство. Секатор издал такой вот звук небольшой. Теперь нужно какое-то время подождать, и можно будет работать. Вот я нажимаю и отпускаю курок. Секатор срабатывает. И если поставить ветку, то он ее откусит. Давайте проверим. Конечно, лучше это делать двумя руками. Одной придерживать, а другой работать. Но у меня пока свободна только одна рука. Вот я направила секатор на ветку, нажимаю. И, собственно, вот она уже отрублена, вот свалилась на землю. Это была не самая толстая ветка, но другие толстые я здесь уже обрезала, до остальных будет мне сейчас трудно добраться. Ну, еще отчикаю несколько лишних веточек. Раз. Еще раз. Обычным секатором я бы такие ветки точно не смогла перекусить.
как мне кажется, этот прибор достоин вашего внимания. Конечно, пригодится он не всем, и в квартире такое устройство вряд ли будет полезным, но для тех, у кого есть свой дом или дача, настоятельно рекомендую обратить на такой секатор ваше внимание. Ссылка, как всегда, будет в описании к видео. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какими полезными вещами на огороде пользуетесь вы. До новых встреч!